Осталось, какое настроение? Команда соревновалась с настроением очень весело, несмотря на то, что именики вызывали в суд. Если он был немножечко грустный после этого с утра, то на вечерней тренировке он там улыбался, как всегда был в центре внимания, такой фронтмен, такой камеди. Спартак Камеди Клаб такой, как мы его называем. И Собчак и Балагур. Ну и, конечно, чувствуется, видно по ребятам, что ответственность очень серьезная на кону. Не только, так сказать, там, мистические, не мистические суммы денег, да, но и, как он сказал, репутация и клуба, и их как футболистов, как спортсменов. Они должны лишний раз доказать, что они достойны в этой Лиге Чемпионов играть. Вечером посмотрим. Ну что ж, спасибо большое. Это был Олег Мосфильмовский, который...